так нормально или подвинуть? Ну, чуть-чуть в ту сторону, прям на сантиметрик вот туда, да. Слушай, ты вообще нашел, что поставить, а? Ну, я что, виноват, что у меня дома, кроме вот золотой кнопки, ничего нет? Ну, хоть в чем-то она пригодилась. Ну, пускай она по центру стоит и не будет нам мешать. Все нормально уже стоит. Ну, чуть-чуть на сантиметрик. Сантиметрик, блин, иди садись. Все, да. И Люсю отпусти, она тут в кадре мешается. Люсь, давай, иди давай. Вот это, иди давай отдыхай, Люся. Люсь, фу. Все, вот так нормально. Но все же на сантиметрик подвинь туда. Люся, ядрить, колотить. Прямо сейчас мы находимся даже не у нас дома, не у меня дома, а дома у моих родителей. То есть Катя приехала ко мне в Португалию в гости. У нас дома записывали, у меня дома записывали, а теперь будем записывать в Португалии. Почему бы и нет, нам так скучно, мы уже просто сидим и не знаем, что делать. Поэтому мы ограбили местный Ашан. Примерно 5-6 месяцев назад на этом канале выходила первая серия, где мы угадываем мысли друг друга. Все подписчики в комментах писали, что это типа телепатия челлендж. Ну да ладно, без разницы. И мы решили запопахать вторую часть. Ну, и как ты видишь, уже с другими предметами в этой серии. Правила мы сейчас вам объяснять не будем. Просто посмотрите, что мы здесь будем делать, и вы все поймете. Таких раундов у нас примерно будет штучек 4-5. Ну, 5-6 примерно. Ну, короче, все очень просто. У меня есть желтая свечка, красная и фиолетовая. У Кати есть такие же самые свечки. И нам просто по ментальной какой-то связи, короче, по интуиции надо выбрать одинаковые свечки, чтобы, можно сказать, узнать, как хорошо мы друг друга знаем. Я думаю, что это просто магия. Ну, это просто магия отношений, можно так назвать. Короче, ты готов приступить к первому раунду? Да, только у нас этот, поджигалка одна. У нас одна поджигалка, поэтому мы будем очередь поджигать, вот. Все, давай, сначала ты поджигай, а потом мне давай. Тут нужно довериться своему чувству. Какой цвет выбрать? Какой цвет бы выбрала Катя? Какой цвет ей нравится? Как хорошо пахнет каждая из этих свечек. Поэтому, скорее всего, я выберу. Не облажайся только. Вот эту. Она не поджигается. В смысле? Подольше. Ну, сейчас я подержу. Ну, и мы как бы не видим, что каждый из нас выбирает, потому что между нами стена. Вот. А если быть точнее, ютубовская кнопка. Ютубовская кнопка стена. Да. Я выбрал, все, давай. Ну, я буду действовать так. Нет. Возможно. Точно нет. Вот это. Я уверен на 100%, что ты не выбрала лимон. Лимон можно сразу отложить. Я просто уверен. Да. Давай на счет 1, 2, 4 выдвигаем наши свечки вперед. Давай, 1, 2, 4. Чего? Она же стрёмно пахнет. Ну зато она фиолетовая, ты про душу продашь дьяволу за фиолетовый цвет, Кать. Если мои ногти такого же цвета, как свечка, это ничего не значит. Ну, красная пахла вкуснее всех. Да, но твой любимый цвет фиолетовый. А запах? Ну а запах не играет роли. Все. Короче, не я проиграл, а мы с тобой проиграли. Потому что вот вы в комментах нам считайте, сколько очков у нас. Ну, когда мы будем угадывать одни и те же предметы. Сколько очков у вас? Это значит тогда, когда мы не угадали. Прошла любовь, завяли абрикосы. Как я уже сказала, мы ограбили местный Ашан. То есть мы зашли в магазин и такие, о, это берем, это нам подойдет. И вот что выбрала я. Это туалетные шарики? Да. Я не знаю, давай сюда, 3 штучки. Я не знаю, зачем она выбрала туалетные шарики. Я сказал, что это дичь какая-то. Она сказала, что туалетные шарики это смешно. То, что это будет прикольно выглядеть в ролике. Вот скажите мне, кому-то смешно при слове туалетные шарики? Вот лично мне не смешно. Я не знаю, почему она их выбрала. Ну туалетные шарики. Ну мне не смешно, мне не смешно. Все, отстань. Здесь есть синие-желтые. Украина. Здесь есть синие-синие-синие-голубые. Здесь есть вот такие. Все, не тянем кота за яйца, на 1, 2, 3 выбираем. 1, 2, 3. Подожди. Я выбрал, надо открыть и показать подписчикам, чтобы они хотя бы понюхали. Давай. А выбор будет засчитан только тогда, когда мы распакуем полностью весь предмет. Я выбрал. Ой, аромат какой. Говна, говная.
Я никогда не думала, что я буду на видео нюхать туалетные шарики. Ну, туалетные шарики не смешно, я не знаю, почему ты. Я выбрала. Все, давай. Я тоже выбрала. Раз, два, три. Ну хотя бы здесь, вот здесь два раза подряд ты про фиолетовый не прогадал. Я выбрала просто премию. Да, ну хотя бы плюс в том, то, что после записи этого ролика мои родители тоже будут в хорошем настроении. Я же им оставлю 6 упаковок туалетных шариков. Это очень нужно. 1-1, мать, давай пятюню. Так, вот, у кого-то наркоманский выбор, как туалетные шарики, которые вообще не смешные, а у кого-то нормальный выбор. А в третьем раунде мы будем выбирать, какой шарик мы будем надувать. У нас есть черный, у нас есть желтый и у нас есть красный. Вот. Германия получается. Да, какая-то Германия. Только не знаю, как, какая здесь последовательность, но да ладно. В общем, Майк, ты готова? Да. Ты уже выбрала? Да. Уже давно выбрала? Ну, прям сейчас выбрала. И ты уверена на 100%, что ты правильно доверилась своей интуиции, да? Наверное, да. Я хотела на самом деле вот это выбрать, но потом подумала, что выберу вот это. Ну я надеюсь, что ты выберешь правильное. Ну давай, надувай. Я не могу надуть. Блин, сейчас холодно. Щеки мокрые. Я не могу даже вообще чуть-чуть даже надуть его. Надо качать дыхалку. Все, делайте операцию на щеки. Кать, я надул. В принципе, мне кажется, то, что вот этого будет достаточно. Ну ты уверена, что ты правильно, да, надула? Наверное, да. Ну давай тогда. Выдвигай вперед. Раз, два, три. Почему у тебя такое огромное? Ну потому что у меня дыхалка чуть не лопнула. А что у тебя такой маленький? Это на жопу больше похоже, не на... Опять победили? Да. Счет 2-1. А что у нас там дальше? Я не знаю, как это правильно называется, но эта штука шипит во рту. Так, тебе, тебе, тебе. Розовая, синяя и красная. А это зависит от цвета или от вкуса? А вот это вот я вот тебе не скажу. Розовая – это жвачка. Синяя у нас тут пупин, кэнди, карамела, коншак, эскадес. Мы просто в Португалии сегодня покупали, я нифига не понимаю. Тропическая, это тут написано тропикал. Синяя это тропическая, а красная это у нас... Клубника. А, ну давай, мать, будем выбирать. Я уже выбрала, я вообще непрекословно в этих... Так быстро? Ну тогда давай засандаливай себе вратяку. Ну, в смысле, шипучки вот эти. Ты сейчас сказал. А надо прям полностью высыпать? Да. Прям полностью? Прям все. А давай ты первая, если умрешь, то тогда вот ты, а не... Тут дофига, я согласна. Я слышу, как оно шипит. Помоги-ка. Ну слушай! Я прям как будто в детство вернулась. Ну вкусно! Какой выбор это, с каким вкусом? Вот эту! Я тоже. Следующий раунд у нас поделится на два подраунда, потому что у нас тут косметосичек, и это опять мой выбор. У нас тут тенюшечки для глаз. И помадка, кто чем накрасится? Держи, это тебе, и это тебе. Ну вот красный совсем невкусный, мне не нравится. Что там для него? Не очень. Красится, давай, красится. Ням-ням-ням, смотрите, какие. Детская косметика! Да. Ну кто какими тенюшками намажет, ты кто... Мать, я не буду себе глаза эти мазать. Будешь...
И тем более губы себе. Будешь? Я не буду себе мазать это. Будешь, смотри, у нас тут тенюшечки, единорог, киска, зайка, мишка. Смотри, как круто. А давай Люся вместо меня поучаствует в этом раунде. Она же все же девочка, да, Люся? Люся! Кать, это обязательно! Это более чем обязательно. Ой, девчонки сейчас все обзавидуются. Но не мальчишки. Так, я предлагаю тебе начать с теней, а потом с помадки. То есть, как я понимаю, нам нужно выбрать одинаковые цвета и в тенях, и одинаковые цвета в помадках? Да, то есть, как ты себе составишь свой макияж? Так тут есть 4 цвета, а не 3. Нам 3-то нужно. Ничего страшного, будем из 4 выбирать, это не важно. Ладно. Сильно впечатлительные. Отвернитесь, пожалуйста, от экрана. Вау, круто! А как этим пользоваться-то, а? Я как будто это каждый день делаю. Так, я не знаю, что там сделано. Смотри, берешь телефон, открываешь фронталку, смотришь, как в зеркальце, и мазюкаешься вот так вот, берешь и прямо в глаз себе вот так тычешь. Так, цвет теней я выбрала. Ну, я вроде тоже. Вау, какие они яркие. Вау, очуметь просто. А мы такой забыбахаем мейкап. А давай ты в следующий раз, когда будешь вот импровизировать в этом плане, давай ты со мной будешь советоваться, чтобы я не красился на видео тенями, хорошо? Да ты бы ни за что в жизни не согласился это взять. Я надеюсь, я это правильно делаю. Мне кажется, я на Харли Квинн стал похож. Это очень хорошо. Ну как сказать? Потому что я тоже. Это же под глазами тоже мазать надо? Да, тоже надо. Ну, тогда я все правильно делаю. Ой, девочки, мама бы меня увидела, отказалась бы от такого сына. А батя бы в дурдом сдал. Так, все, ты с тенями там закончил? Ну как, я, можно сказать, даже не начинал, но ладно. Цвет вот этого, как это вот эта дичь называется, другая? Помада? Помада, да. Ее тоже выбирать, да? Да. Главное, чтобы все ярко было и красиво. Ну, вроде все офигеть, как ярко и красиво. Это самый маленький блеск в моей жизни. На вкус как освежитель воздуха. Я похоже, я не буду говорить. Я все. Я тоже. Так, давай тогда вот это вперед выкладывай, что ты выбрала. Давай сначала помаду. Давай помаду, а ты просто выложи вот это вот, чем ты красил. Она должна быть. А, ну да, хорошо, давай тогда. Давай. Ты готова? Да. Давай, выкладывай. Раз, два, три. Мы выбрали одинаковые тени, но помада почему-то самую светлую. Ты сказала, снизу тоже красить. Ну, в смысле, внизу вот тут вот. А, я думал, круг надо сделать. Как тебе мои? Ну, ты прям шикарно. Ну, мы угадали с тенями, но не угадали с помадкой. Как она выглядит-то? Никак. Никак она. Девочки, не покупайте помаду в торговых центрах. А вот тени шикарные. А вот тени, да, тени. Сами такие пигментированные. Они даже мне понравились. Мальчики, вы тоже покупайте, если что. Так, а счет-то какой? Тут тогда получается 1 балл нам, 1 балл подписчикам. Ну да. Только я уже сбился, какой там счет. Напомни в комментах. Вот, твоя задача считать счет, потому что я уже забыл все. В общем, ладно. Ты тени разбил? Я же хотела и пользоваться ими дальше, они же такие хорошие. Они же могут рассыпаться, ты как убирать это будешь? Собирай быстрее. Он просто разбил об кафель тени. Тени в порядке, тени спасены. Держи, маме подаришь. Последний раунд. Ничего, просто смотрю на тебя, офигеваю. Так, последний раунд, к нему надо подготовиться. Люся, ты за главную. Так, Люся, уходите. У нас здесь опять будет 2 раунда в 1 раунде. Нам нужно будет выбрать правильную кружку, вот одну из этих, синяя, желтая, розовая. И нужно будет выбрать правильный чай. Так, красный чаек у нас с малинкой, с ягодками, короче, зеленый, с мятой, с травами, а фиолетовый с вербеной. С кем? Вербена.
Знать бы еще, что это такое. Ну так вот, нам нужно выбрать правильную кружку и нужно выбрать правильный чай. Если мы угадаем и это, и то, то мы с тобой будем прям самыми огромными молодцами. Но у меня здесь вообще однозначный вариант уже сложился. Я не знаю, как у тебя. А ты уверена, что ты определилась с выбором прям до конца? Да, но я боюсь, что ты и так подумаешь, как я. Ну так в этом-то и прикол всего этого челленджа, что мы можем подумать не так, как я, и не так, как ты. Тогда все. Все, я уже открываю пакетик чая. Уже выбор назад и вообще никак. До свидания. Кать, не страшно, я бы выбрал вот этот, вот этот, 100% я бы его выбрал, но ты можешь вот это думать, уйди, ну ты можешь думать вообще по-другому, не так, как я. Я уже все выбрал, все, можешь уже делать, как хочешь, дай мне чай, не буду заваривать чай. Ну на. Назад пути нет. Ну я выберу вот этот чай, ну вот этот, потому что я его люблю больше всех, которые здесь есть. А кружечку я миллиард просто процентов выбираю вот эту. Если мы с тобой хотя бы сможем по одному очку получить, это уже будет хорошо. Хотя... Нет, отбой. В смысле, ты уже открыл пакетик чая? А я его не заварил еще, я могу передумать. Нет, я буду думать так, как Катя. Хоть я хотел думать так, как я думаю, но буду думать, как Катя. Вот это. Вот и вот сюда. Да, чай! Чайник? Чайник, воду. Вот сейчас обратного пути уже нет. Я слышал звук. Я ради тебя отказался от своего любимого чая. Если это было зря, то это провал. Так, давай сначала пакетики от чая покажи. Давай пакетики от чая. Давай. Раз, два, три. Да! Я сначала выбрал красный, потому что это мой любимый с ягодами. Я знал, что надо выберет фиолетовый. Я хотела выбрать красный, но потом подумала, вдруг ты выбрал фиолетовый. Вот я так же сначала подумал. Так, одно очко уже есть, если будет два очка, тогда мы чемпионы. Давай. Раз. Два. Три. Ты же моя радость, ты выбрал розовую кружечку. Ты просто обнимаешься, что ты ревнуешь? Розовый тень выбрал, розовую кружечку выбрал. Короче. Совет всем пацанам. Если хотите победить в таком же челлендже со своими девушками, просто выбирайте все розовое и все фиолетовое. Не прогадаете. Но зато придется жертвовать своими вот этими желаниями, потребностями и любимыми чаями. Ну давай цокаемся. Ай, короче, не понял, вот это цокайте, давай. Какой там счет? Мне кажется, мы в этой серии прям хорошо показали друг друга. В комментах напиши, вот, какой там счет. Горячо, прям очень горячо. Но я уверен, что красный чай был бы намного вкуснее. Кто знает, кто знает. Предлагаю тебе потом устроить чайную вечеринку. Перепробуйте все чаи. Из всех кружек. Мы с тобой попробуем все кружки и все чаи. Но тогда придется вас закрыть. Потому что у нас сейчас будет здесь чайная вечеринка. А вот чтобы наши ролики не пропускать, каждому, кто подпишется, по пакетику чая. Да-да, подпишись обязательно. И не будешь пипукой, и чай получишь, на. А кто не подпишется, возвращай обратно и дам. Успокойся! Уговори! Я просто щедрый на чаи. За ваше здоровье, дорогие пацаны, Шо?